Сейчас 10 часов вечера, закончился мой третий день поста. Поделюсь с вами, что я переживаю. Во-первых, перед началом, до поста, я молился о том, чтобы Бог помог мне и дал мне силы. Я верю, что это правильный подход, не нужно надеяться на себя, на свои силы, и Бог мне помогает. Не знаю, как вам кажется, физически я похудел или нет, но после 3 дней поста я потерял 6,2 паунда. Я нахожусь в одном очень уютном месте, о котором никто не знает, кроме моей жены. Я специально спрятался здесь. У меня телефон отключен, я не проверяю звонки или месседжи. И у меня здесь вообще нет никакого отвлечения. Я в полной изоляции, и я считаю, что это самый качественный, самый эффективный метод поста или уединения с Богом. Это можно сравнить с историей из Библии, когда Илия был в пещере. И помните, Бог заговорил с ним, но самое главное, каким методом. Там написано, это было через тихое веяние ветра. То есть это не было что-то сверхъестественное, это было очень тихо, такой нежный голос Духа Святого. Для того, чтобы его услышать, я верю, что иногда в жизни нужно делать остановку. Отключаться от информации, от всей суеты. И просто сфокусироваться на Боге. И иногда в такой вот тишине Бог может что-то тихо говорить нам. Я благодарю свою жену за то, что она отпускает меня, заботится за дом, за детей. И предлагаю и вам, чтобы и вы нашли хотя бы один день, если не 3 дня, то 1 день, 2 дня, когда вы сможете уединиться, куда-то уехать, чтобы вас никто не отвлекал. Надеюсь, ваш супруг вас благословит и отпустит. Вы можете предложить, чтобы это делать по очереди. Но если даже у вас нет такой возможности, чтобы уединиться, быть в изоляции, поверьте, что все равно можно поститься. Я это делал много раз, находясь дома, ходил на работу, и при этом были дети, и все обязанности домашние оставались тоже на месте. Поэтому, друзья, при желании все возможно. Дальше, друзья, хотел вам рассказать о том, что... Еще хотел сказать спасибо хорошим людям в нашей церкви, которые дали мне это место, куда я смог спрятаться, и я здесь один, и здесь мне никто не мешает. Также, друзья, хотел сказать, что после 3 дней поста мне становится холодно, потому что желудок не перерабатывает пищу, потому что мало, наверное, двигаюсь, и иногда руки очень холодные, и вообще как бы все тело обычно холодно. Обычно я одеваюсь, особенно на ночь одеваюсь, и даже днем, в принципе, хожу в кофте. А еще я беру с собой грелку, электрическую грелку, которую я включаю, и я сплю вместе с ней. Опять же, это не обязательно. Если вы поститесь 3 дня, в принципе, это возможно и без этого. Но если вы поститесь больше, чем 3 дня, то обычно вот одно из таких побочных действий, это что вам встает холодно. Поэтому мне лично холодно, и я часто беру теплую одежду или грелку, и это мне помогает. Также, друзья, хотел сказать, что насчет голода, в принципе, говорят, что самое трудное – это первые 3 дня, когда твой организм перестраивается, твой желудок издает звуки, и твой организм начинает адаптироваться к новому режиму. И, скорее всего, я соглашусь, что самое трудное – это первые 3 дня. А дальше, в принципе, встает легче в плане голода. И еще мне помогает то, что нету запахов еды. Хотя скажу, что я постился более 3 дней, и был дома, и была еда, и запах, и я вместе даже с детьми сидел за столом. Потому что после 3 дней твой организм как-то перестраивается, и тебе даже как-то после 4-5 дней особенно не хочется даже кушать. То есть у тебя не вырабатывается слюни, как это делается обычно в первый день. Поэтому, друзья, слава Богу, Бог до этого часа помог. Я сегодня, конечно, тоже много читал, много молился. Если мы в течение поста не молимся и не читаем слова, тогда это можно назвать просто голодовкой, даже неудачной голодовкой. Когда в Евангелии сказано, что сей род изгоняется постом и молитвою,
то здесь подчеркивается, что очень важно не только пост, но и молитва, и его слово. Христос сказал, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом Божьим. Если вам кажется, что человек невозможно выжить так долго без еды, то вы ошибаетесь. Человек может это сделать. Да, физически это трудно, но для духа очень полезно, потому что человек живет и Словом Божьим, питается Словом Божьим и укрепляется. Поэтому, друзья, не бойтесь действовать, искать Бога, искать Его, уединяясь, читать, молиться и поститься. Будьте благословенны.